Итак, всем добрый день. У нас очередная модернизация ноутбука Toshiba P300-226 Satellite. Так, ну и в этот раз, в отличие от предыдущего видео, которое выложено на канале, где мы устанавливали твердотельный накопитель и жесткий диск для файлового хранилища, ввиду того, что два отсека позволяет, сейчас мы будем менять оперативную память. То есть в ноутбуке установлено 4 гигабайта памяти, то есть мы будем менять ее на 8. Так, ввиду того, что там у нас две планки по 2 гигабайта, ну и двойной канал, то есть dual, придется менять на две планки по 4 гигабайта. Так, ну и как я говорил в предыдущем видео, планки достаточно дорогие у производителя, то есть около 15 тысяч. В России начинаются цены от 7 тысяч и выше, поэтому был заказан на одной из известных всех международной площадки. Ну и результатом явилось то, что пришли две планки памяти. То есть вот один, вот два. Так, производитель Crucial, то есть 4 гигабайта, 200 пин, ну и DDR2. Память. Как говорил производитель, что это новое, хотя вот здесь он 2014 год, но возможно не использовалось. Она либо, может быть, была в ноутбуке. Но если мы вскроем, то есть никаких запахов горения внутри не присутствует. Можно понюхать. То есть обычная новая планка. То есть для вот этого ноутбука. Так, ну и давайте приступим. То есть пока отложим эти две памяти. Так, перевернем ноутбук. Так, ну и как всегда первым делом, что мы делаем, убираем все источники питания, чтобы не произошло непоправимого. То есть оставим пока здесь этот источник питания. Так, память находится у нас здесь. Да, еще рекомендуют нажать на кнопку включения после того, как удалили аккумулятор, ну и сетевые устройства, для того, чтобы окончательно убрать все это электричество, которое присутствует в данный момент на плате, может присутствовать. Так, все, мы это сделали. Так, ну и понадобится вам некоторое оборудование. Это, ну, можно скальпель, либо вот ножик. Карточка вам понадобится. Ну и отвертка для того, чтобы произвести эти действия. Так, ну, давайте открутим. Так, вот не открывается. Так, ну и вот внутри видим две планки памяти. Так, ну и как видим, там располагается у нас две планки памяти Samsung. Так, ну и давайте изымем эти две планки. То есть
Вот здесь вот есть специальный механизм. Нажимаем на один, нажимаем на второй. Ну и вот она выходит из специального разъема. То есть одна планка памяти DDR2 на 2 гигабайта. Так, ну и вторая планка. То же самое на 2 гигабайта. Так, сейчас давайте посмотрим, как они ведут себя уже в модернизированном ноутбуке. То есть сейчас я вставлю тестирование непосредственно. Ну и смотрим. Так, ну и давайте посмотрим, что из себя представляет конфигурация модернизированного ноутбука Toshiba P300-226. То есть, ну, процессор, кэш различного уровня, материнская плата, память, то есть здесь два слота dual память, но они одни и те же. То есть, причем расширение только возможно до 4 гигабайт, то есть до 8 я не пробовал, то есть у производителя до 4, но возможно это при 32 разрядной системе. Хотя DDR2 одна планка на 4 гигабайт стоит свыше 3000, то есть достаточно дорого. То есть получится где-то в районе 6-7 тысяч, причем поставляется только из за рубежа, там Китая, ну и других стран. Так, графическая карта. Так, ну и все здесь. Так, давайте еще раз рассмотрим один тест. Программа AIDA64 Extreme, то есть новейшая версия. Так, ну и здесь представлены суммарные характеристики, что из себя представляет. Давайте это еще посмотрим. Температурные характеристики. По отдельности.
память. Так, ну и как вот видим, что максимальный объем памяти 8 гигабайт, поддерживается даже DDR3, но из-за ключа установки сможем поставить только DDR2. Так, BIOS. Ну и давайте пробежимся по тестам. Тут уже оттестировано. То есть вот наш ноутбук. Ну и здесь еще есть он, вариант ноутбука MCI. Ну, чуть-чуть опережает в некоторых тестах. Ну это и понятно. А вот здесь даже проиграл. Так, продолжаем манипуляции с памятью. То есть это вот у нас старую чуть отодвинем. Так, ну и вскрываем новую. На 4 гигабайта одна планка. Так, ну а эту память, то есть мы расположим здесь, ну и она пригодится у нас для следующего ноутбука, который тоже будем модернизировать. Так, ну и еще одна планка. Так, вторая. Так, ну и то же самое с этой планкой поступаем. То есть пока прячем корпус. Ну и в дальнейшем нам понадобится для следующего ноутбука. Так, вот эти две планочки, они у нас будут еще участвовать в другом видео объектами. Так, ну и давайте вставлять. Вставляется очень просто. То есть, как видите, у всей памяти, в зависимости от того, какой тип, там DDR1, 2, 3, либо 4, то есть есть ключик, так называемое отверстие, благодаря которому память именно той конфигурации, которая нужна, вставится в слот. То есть DDR2 можно вставить только в DDR2, DDR3 только в DDR3. То есть, когда вы смотрели видео, то есть можно было поставить сюда DDR3, но вот из-за этого ключа ее поставить нельзя. То есть видео, где мы устанавливали жесткий диск, твердотельный и простой. Так, под 45 градусов, то есть до конца заводим, ну и отжимаем вниз. Ключи вернулись. Так, ну и то же самое поступаем со второй планкой, только это был первый слот, а мы сейчас вставляем во второй слот. Так, то же самое под 45 градусов, до упорчика давить сильно не надо, нажимаем, вот у нас все прекрасно встало и вернулось на место. Так, сейчас оставлю видео уже с тестированием новой памяти.
посмотрим ее состояние. Так, ну и на что способна данная память. В предыдущей на 4 гигабайта здесь стояла дискретная карта видео графическая, то есть на 512 мегабайт, но с расширением, то есть берет эту память до 1800 где-то мегабайт. То есть когда мы поставили 8, посмотрим, сколько будет брать память. То есть это видеокарточка графическая. Ну, сразу же хочу сказать, что когда она берет оперативную память, то есть, ну, скорость чуть-чуть уменьшается по сравнению с той памятью, которая стоит непосредственно на графическом плате редакторе. Итак, смотрим новые тесты с новой памятью. Итак, давайте посмотрим характеристики модернизированного ноутбука с учетом добавления памяти с 4 до 8 гигабайт. Так, ну здесь вот осталось все прежнее. Кэш. Материнская плата. Так, память вот у нас увеличилась. Частота памяти. Вот у нас два слота, то есть установлены первый слот и вот второй слот. Графическая плата данной фирмы IT Radeon показана. То есть установленная память 512 с расширением на оперативную память. Так, ну и давайте просмотрим то же самое в AIDI 64. То есть, ну и общая информация. Так, дальше. Ну, электропитание. То есть, батарейки, аккумуляторы. Так, ну и датчики температур. В настоящее время вот такие температуры. Так, дальше. Процессор. Так, различные характеристики, что поддерживает и не поддерживает. Но это уже было. Системная плата. Такая. Дальше память. Так, вот у нас установлено два слота, то есть первый, характеристики его. Так, и вторая память, то есть второй слот. Основные характеристики. Так, чипсет. То есть, как я говорил, поддерживается несколько, но можем использовать только вот эти два. Так, BIOS. Данный вариант. Мост не показал. Так, ну и тестирование. То есть опять сравним с двумя. Опережает. Здесь тоже опережает, но незначительно. Здесь через один прыгает.
здесь рядом, рядом, здесь через один, рядом, тоже рядом. Здесь он проиграл. Так, дальше здесь рядом, рядом, рядом. Ну все рядом. Так, вот что касаемо теста Воидишься 4. Так, ну и давайте посмотрим характеристики видеокарты, которая здесь представлена, то есть Radeon этой серии. Так, ну и как видим, то есть выделяется, и помимо 512, которые существуют на этой плате, еще и до 4 гигабайт, 4,3 гигабайта памяти. То есть вот здесь вот представлено. Так, ну и на внешнем мониторе, то есть вот, в данный момент вытягивает Full HD разрешение. Так, ну и достаточно комфортно все здесь происходит в сравнении с 4 гигабайтами памяти. Так, продолжаем манипуляции с ноутбуком по его модернизированию. То есть это еще не последнее действие установки памяти, будет еще некоторые фичи, которые мы увидим в последующем видео. Так, мы память установили. Единственное, что сейчас осталось сделать, это, соответственно, закрыть этот отсек. Берем крышку. Вставляем, ну и закручиваем. Сначала не до конца, крайнее, ну, а потом все уже до упора. Ну, единственное, не надо сильно прилагать усилия, ввиду того, что там пластмассовая стойка, где вкручиваются эти винты, чтобы их не сломать. Так, ну и осталось последнее действие. Берем аккумулятор наш, родной пока еще, ну и возвращаем на место. Так, ну и вот наш ноутбук модернизированный при помощи памяти DDR2 с 4 до 8 гигабайт. Стоял Samsung, поставили американскую фирму Crucial. Всем спасибо за внимание, кому было полезно. Удачных покупок, удачных модернизаций. До следующего видео. Всем спасибо за внимание. До свидания.